вами Джейн Фокс, и сегодня у нас очень необычное видео. Ставьте скорее видео на паузу и попытайтесь догадаться, что же я сегодня вам покажу. Догадались? Я не уверена, но я сейчас раскрою секрет нашего видео, и мы будем делать огромную птичку Angry Birds. Она должна быть у нас вот такая красная, с клювиком и веселыми глазками. Для этого мне понадобится огромный шар, еще просто невероятных размеров. Мне кажется, он еще больше размером, чем тот белый шар, который я надувала. А что это за видео, я ссылочку оставлю в описании. Ну что, а мне предстоит надуть этот пляжный мячик и дальше обклеить его скотчем и сделать самую большую в мире птичку Angry Birds. Для нашей птицы нам понадобятся вот такие цветные скотчи. Это основной у нас будет красный, желтенький мы сделаем клювик, белым глаза, ну и черным мы сделаем брови, монобровь. Ну а если ты еще не подписан на наш канал, то я лечу к тебе. Ладно, я пошутила. Скорее ставь лайки и мы начинаем. Ну какой-то большой насос для этой дырочки не влезает. И включаем насосик. Он настолько большой, что я встала ногами на стул для того, чтобы его обклеить. И начнем мы с красного цвета. Он у нашей птички основной. На наш шар я уже наклеила около 15-20 полос скотчем, но, видимо, нам придется еще клеить один слой, так как скотч просвечивает. Ну что, а я наклеила один слой красного скотча, и сейчас нашей птичке я буду делать белое пузико. И я начинаю клеить скотч от серединки до контура красного скотча. Это получается очень-очень забавно, но если бы у меня была такая птичка в детстве, то было бы очень здорово, я бы была прям счастлива. О, надо сделать большую рогатку и это запустить. Это ж круто. Поставить два стула, натянуть ткань и запустить птичку. Это у нас инвалидная она получается вообще. Как будто она вся перемотанная бинтами. Я закончила клеить наш белый живот и нанесла дополнительный слой красного цвета на голову птички. И для нашего клюва я подготовила вот такой бумажный конус. Ну как думаете, подойдет такой носик? Мне кажется, в самый раз будет. Только он так длинно смотрится, как будто это клюв конкретный такой. Наш нос будет желтого цвета, и мы его начинаем обклеивать. Пока я делала наш клюв, я поняла, что птица у нас похожа чем-то на Pokemon Go. Это даже красно-белая. А также, если под этим видео наберется много лайков, то я сделаю веселую зеленую свинью из этого же самого мультика Angry Birds. Метим на серединку и держим клювик, чтобы он у нас хорошо приклеился. Мы подготовили вот такие замечательные глазки. И сейчас мы их скорее наклеим на нашу птичку. Вот. Так вот. Ой, ну такая классная получается, такая динь-динь-динь. Клюв получился очень опасный, он очень острый. Капец, птица злая получилась, прям реально Энгри. Ну что, и нам осталось нанести вот эту черненькую монобровь. Мы берем изоленту и начинаем клеить брови. Вот такая. Сейчас как я начну кричать, а он как отвалится. Просто посмотрите, насколько они получились похожими. Это маленькая модель, а это увеличенная. Но она настолько классная, она просто не отличается от маленькой. Но есть одна беда. У этой птички вечно отпадывает нос. Если ее чуть заденешь, то все, он просто отпадет, и его будет очень-очень сложно приклеить. Но если честно, я довольна проделанной работой, потому что она получилась такая прям вау, такая огромная, такая объемная, такая большая, и мне кажется, я уже просто хочу с ней поиграть, но боюсь из-за носа. И чтобы показать вам, насколько она большая, я возьму ее в руки и скажу, что она занимает просто пол кухни. Лети! I believe I can fly. Нос! Я так долго его клеила! Блин, он и такой страшный, какие-то ёзы получаются без носа. Нафига таким носом клюют, а насквозь проткнуть можно. И посмотрим, на что способна эта птичка. И... Да, мы победили! Брат, братан, братишка. Мы так похожи, мы прям одной крови с тобой. Красный.
crashing. Let's hit the pigs till they all go pop. We're the best birds, but we're angry. If you take our eggs, we're never gonna stop. Ну что, мне кажется, такая большая, ну и, конечно же, маленькая птичка заслуживает очень много лайков. А также я жду от вас идей, что же можно сделать с этой огромной птицей. Может быть, сбросить откуда-нибудь или же кинуть кого-то. В общем, пишите, я обязательно все прочитаю. Ну а с вами была я, Джейн Фокс, и всем пока-пока! Пам-пам-пам!